Депутаты Магаданской городской думы проголосовали за кандидатов в новый состав общественной палаты. Всего необходимо выбрать 21 человека из представителей ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей, спортсменов, предпринимателей и подобных социально значимых сторон общественности. Ранее 11 человек выбрали составом действующей общественной палаты. 5 кандидатур по правилам предложил мэр Магадана. И за 5 голоса отдали депутаты городской думы. Для городской думы очень важно, чтобы был независимый орган, где представители общественности также могут выражать наболевшие проблемы, вопросы развития города Магадана обсуждать. Ну и то, что волнует горожан в текущей перспективе. Общественная палата существует 12 лет. За это время были решены вопросы местного значения в экономической области, повышение качества медицинских услуг, контроля качества местного самоуправления, социально-экономического развития города и другие. Новый состав общественной палаты утвердят 16 сентября на заседании Магаданской городской думы.